Хорошо, кислородный фильтр еще работает. Я его 100 лет не проверял. Рэтчет, я все думала насчет того, что ты сказал про Ломбокса и про хорошую жизнь. Мне хорошо жилось на Саванне. Там было тихо, спокойно и уютно, когда ты предложил партнерство. Мне тоже не хотелось всем этим рисковать. Но я не прогадала. Спасибо, Кит. Приятно слышать. Но просто я не уверен... Ничего. Теперь я буду той, кто верит в тебя. Новое снаряжение? На глубине 200 метров действует особая скидка! Мисс Зуркон? Что вы здесь делаете? Если Зуркон-младший хочет пойти учиться на экзистенциального экономиста в Вагонский университет, я пойду на все, чтобы мы могли себе это позволить! Приходи еще! Я буду ждать! Магнитное поле. Источник питания где-то рядом. Не может быть! Низ! Мы задекорируем и медей с отрядом прибыть в центр исследования.
Сияние? Это бодряк? Надо освободить его. Посмотри, что с ним сделали. Он поэтому такой злой. Но он... Рэтчет, подумай сам, кто кроме нас даст ему шанс? Да, ты права. Мы просто отыщем другой источник питания. Если выживем. Пришли с миром, здоровяк. Это радостное шипение или злобное? Это можно быть. Поймайте источник питания! Он нам помогает? Он нам помогает! Какое облегчение! Бодряк, на нас идут враги! Если ты меня понимаешь! Шипение или злобное? Поймайте источник питания! Он нам помогает?
понимаешь? Наконец взялись за большие пушки, да? Ого, сколько пушек! Или злобное. Поймайте источник питания! Стой! Решил писать на детку! Он нам помогает? Он нам помогает! Какое облегчение! Ты случаем не знаешь, как еще обеспечить Горн-Рубион энергией? Он хочет, чтобы мы шли за ним? Все отряды уничтожены. Источник питания под угрозой. Лиза, он просится с нами. Где угодно лучше, чем здесь, да? Может, он все-таки поможет нам с Горном? Ты
Сами бодрят. Пойдем. Корн Рубион наверху. Да брось, БД! Это же я, твой друг! ХП! Ух ты! Чертеж загружен. Ну как, сработало? Отличный напарник. За новых друзей! Ну, нам осталось только вернуться к кораблю. О, этот лифт без проблем доставит вас обратно на поверхность. Приходите еще. Спасибо. Непременно. Хлами. Создали измеренитель! Да ладно! Стоп! Мы? Я в тебя верил, а мы раздобыли фазовый кварц. Да, тогда встречаемся в Павизурке. О, встречаться? Я не умею. О чем ты говоришь? Мы же с тобой встретились, и все хорошо. Я свалилась прямо перед тобой и кричала громко. Ну да... Надо просто... Веди себя дружелюбно. Не напрягайся. Не напрягаться. Ладно. Thank you.
уж, Маланоцкая балка — это самая большая свалка в галактике. Когда-то здесь проходили смертельные бои с участием гигантских роботов и полноконтактные поэтические дуэли. А ныне это кладезь крайне востребованной древней руды и раритетной техники. Император не проявил интереса к этому старью, а вот вулларды организовали прибыльный бизнес, торгуя останками воителей незапамятных времен. Точнее, он был прибыльным, пока не начались регулярные набеги пиратов. Близон, фазовый кварц, раритан. А что еще там есть? Как дела у Риви? Он предлагает только качественный товар. Thank you.
жалко тебя блестит.
если ты идешь в ту сторону, можешь поискать шефа Тулио? Она уже час как должна была вернуться с ингредиентами. Может, случилось что? Ладно, я ее поищу. Спасибо. Шахтерам досталось, но мы пойдем. Поступил какой-то радиосигнал. Эй, ты, ушастый комок шерсти, хочешь помочь мне приготовить блюдо, о котором будет говорить вся галактика? Не отвечай, вопрос риторический. Как доберешься до хрустальной гряды, так и приступим. Шеф Тулио, видимо. У нее бодрый голос. Интересно, почему же она до сих пор не вернулась к шахтерам? На кулинарии. Тут где-то должны быть прыгули. На них можно подняться сюда. Я могу творить только, когда страдаю. Ладно. Для моего блюда-шедевра мне необходимо добыть сирангийский мед с помощью сосунка. Но при этом мне нельзя отвлекаться. Поэтому кто-то должен защитить меня от тех, кто нетерпим к гениальности. Если ты хочешь войти в кулинарную историю, запусти процедуру извлечения, потянув за рычаг. Так, что за блюдо? Страданий в последние дни было мало, так что пока не знаю, но скоро меня осенит.
Агрегат не сразу выходит на полную мощность. Проследи, чтобы нам никто не помешал. Ха! Вон они заходят слева! Нажми на кнопку с той стороны! Включи ловушку! Чудесно! Я не выношу запаха пестицидов, поэтому решила вернуться к своим корням! Барбекю! А, они приближаются справа! Задействуй ловушку справа, пока они не поломали сазунок и не спугнули мою музу! Прелестно! Ловушки защищают сазунок, но им нужно время на перезарядку. Иначе они могут перегреться, да-да. Итак, готова преамбула. Или, как говорим мы, кулинары, закуска. И мы переходим к главному блюду. Началось! Вон они! Защищай меня! Пока я набираюсь вдохновения! Больше вдохновения! Больше меда! Подумай о несчастных голодных шахтерах. Все ради них. Еще один последний раз! Начинаем финальную экстракцию! Этот мой медовый фуршет будет восхитителен!
Страдала? Ты же ничего не делала! Благодарю за содействие. Быть может, это и тебя вдохновит на творчество. Хорошо, что шахтеры смогут наконец поесть. Как бы теперь к ним вернуться? О, воспользуюсь этим бронетакси. Скажи-ка мне, кто лучше готовит, ты или Рэтчет? О, мы с ним не соревнуемся. А, то есть ты. Так я и думала. Привет, Рэтчет. Я Ривет. Рада познакомиться. Что ты делаешь? Ничего, просто думаю о том, как построить измеренитель и спасти вселенные. Ты нервничаешь из-за встречи с Рэтчетом? Что? Да, чуть-чуть. Он тебя не обидит, обещаю. И как построим измеренитель, он поможет нам найти доктора Нефариуса. Ну да. Значит, ведро, наше приключение заканчивается. Вы вдвоем и доктор Нефариус скоро вернетесь в свое измерение. Blizzard Prime – это рудник уровня Ригонга, известный как основной источник Близзен в галактике. Некогда такие кристаллы, встроенные в высокоемкие накопители, широко использовались в компьютерах, звездолетах и лупцевателях. Сейчас, однако, почти все грузы с этим редким минералом отправляют в научный комплекс на Корделионе, где его используют в секретных проектах. Кстати, когда несколько часов назад разразился межпространственный кризис, связь с шахтерами пропала, и уже несколько плановых поставок не пришло. Поэтому мисс Зуркон считает, что, возможно, обстановка на Близзере сейчас не самая благоприятная. Шесть неполных чайных ложек соли. Может, воды добавить? О, два стакана воды! Он же всегда немного страшный.
всегда был с Бриттерлюсом. А был еще страннее обычно. Мы начали торговать разжигателями. О, я обожаю реактивные установки. Разжигатель. Оружие столь же разрушительное, сколь и простое в использовании. Нажимаете на спусковой крючок, вылетает ракета. Нажимаете снова, вылетает еще одна. Но что произойдет, если нажать в третий раз? Еще одна ракета! Ба-бах! Уже прямо предвкушаешь, да? Да ну чего ты? У тебя такой уже есть. Пока-пока! Посреди обломков, оставшихся от Скарсту, спасибо, император Нефариус, парит семейный паб Зурки, место отдыха галактических путников, скрывающих свои маршруты. Здесь есть заправочные платформы, а также ресторан, где останавливаются перекусить контрабандисты, пираты, члены сопротивления и все, кто не прочь отведать лучшего флергживичного пирога по эту сторону Занифера. Межпространственный кризис привнес в работу заведения ряд неожиданных перемен. Но если ваши клиенты по большей части преступники и борцы за свободу, столовая в другом измерении – это как раз большой плюс. Ривет, рада познакомиться. Что ты делаешь? Ничего, просто думаю о том, как построить измеренитель и спасти вселенную. Ты нервничаешь из-за встречи с Рэтчетом? Что? Да, чуть-чуть. Он тебя не обидит, обещаю. И как построим? Привет, Рэтчет, я Ривет. Познакомиться. Что ты делаешь?